Доброе утро. Что значит, что миры облачаются на мир Адам-Кадмон? Это означает, что миры Абия облачаются на 10 сферот мира Адам-Кадмон? Или 10 сферот мира Адам-Кадмон предшествуют мирам Абия? Это то же самое. Любой мир, который является более высшим, он предваряет более нижний. По сравнению с ним мир, и каждый нижний облачается на мир, предваряющий его, это высший мир для него. Как слои луковиц. Сферы. Потому что каждая более высшая сфера, она более внутренняя, а каждая более нижняя, она внешняя, она нижняя. А с другой стороны, наоборот, каждая более высшая сфера более внешняя, потому что она охватывает и удерживает в себе все, что есть внутри нее, все, что она порождает, и выходит из нее. И поэтому можно сказать так или так, в зависимости от того, что мы хотим подчеркнуть, внутреннее и внешнее.